Ну, это сокровище инков созревает. Каждый год дают хороший урожай. Очень хорошая завязываемость у плодов. Вот такие вот они. Полосатики. Но они такие не очень сладкие. Средние по сладости. Кисло-сладкие такие вот. Ближе к пресным, наверное, томатикам. Ну, тоже ничего. Мне нравится. На завязываемость погоды вообще не влияет. Никак. Очень хорошо вяжет томат. Ну, высокорослый очень уже все доверху тоже теплится.